Здравствуйте, здравствуйте, дорогие скорпионы. Сегодня мы будем делать расклад Ленорман для вас на апрель месяц 2023 года. Итак, для начала прошу вас подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки. Смотрите ваши расклады по знаку вашего Солнца, знаку вашего Асцендента и знаку вашей Луны. Это даст вам более полную картину того, что вас ожидает в апреле месяце. Не беспокойтесь, все это легко, вы можете рассчитать и бесплатно в интернете. Так что не беспокойтесь. Итак, пожалуй, приступим. Чего ожидать скорпионам в апреле месяце? Интересный у вас расклад. Так, сейчас быстренько посчитаем сумму и приступаем. 30, 40, 50, 59, 66, это 12. Я что-то смотрю, много разговоров у большинства из зодиака выпадает. Будут люди очень общительными в апреле. Итак, давайте смотреть. Значит, у вас... карту вам покажу хотя бы сначала. Значит, в качестве суммы у вас птица, на дне колоды у вас собака. И в качестве расклада у вас медведь, кольцо, коса, букет и змея. Итак, первая пара у нас медведь и кольцо. Вы знаете, видимо, у вас месяц будет весьма рабочим, что ли. Значит, по медведю, если вы хотите найти себе новую работу, пожалуйста, приступайте. Скорее всего, знаете... И по кольцу у вас тоже ожидается успех, так что если вы ищете себе новую работу, то пожалуйста. Потом, смотрите, значит, медведь говорит о том, что вы получите, знаете, какую-то подпитку силы. То есть, либо, может быть, вас кто-то поддержит, либо у вас будет такое хорошее настроение в апреле, так у вас планеты сложатся. И вот эту силу вы сможете, знаете, проявлять именно через общение. То есть вам не придется как-то получать желаемое грубой силой, а наоборот, по кольцу вы будете получать желаемое именно через общение. Вы сможете договориться с кем угодно и уговорить даже мертвого. Потом у нас по медведю будет какой-то контроль, протекция. Либо вы будете кого-то контролировать и оказывать свою протекцию, либо вас. Но учитывая, что вы скорпион, скорее наоборот. Это вы будете кого-то пытаться контролировать. Ну так вот. А по кольцу лучше делать это подходящими словами. И скорее всего вы эти слова легко найдете, чтобы проаргументировать свое мнение. Впрочем, если вы будете контролировать по работе, то тогда да, все в порядке. Так, скорпионам в апреле месяце стоит заняться своим весом, здоровьем, особенно питание. Если вы весите чересчур много, ну, то есть реально толстые, все, что связано с пищеводом, лучше всего обратиться к эксперту и пообщаться на эти темы, если вас это, конечно же, беспокоит. Если это не ваша тема, то тогда забейте. Хотя все равно проверьте просто свое здоровье. Как бы лишним не будет. Потом, значит, вы там либо столкнетесь с кем-то авторитетным, либо вы будете очень авторитетным в апреле месяце. Может быть, вас даже повысят до должности директора, если вы работаете в компании. И по кольцу вы сможете, знаете, даже как будто вот уговорить вашего какого-то начальника, чтобы вас повысили именно через разговоры и хорошую работу. То есть вы, вот я же выполнил, я хорошо работаю, там какие у вас еще аргументы будут, вы найдете нужные слова. Приход денег у вас в апреле.
Да. Ну, короче, с точки зрения работы вы будете просто очень шикарно себя чувствовать, и у вас будет и продвижение, и все дела. И кольцо вам поможет именно, знаете, у вас как будто вот любое ваше предложение по работе особенно будет иметь позитивный результат. И вы сможете и договориться, и на своих условиях договориться, и через общение главное это делать. И судя по всему... А, и кольцо, кстати, тоже говорит о богатстве. То есть... И вы будете чувствовать себя весьма спокойно, знаете, ментально. И, короче, вы через разговоры вы сможете продавить любые ваши идеи, предложения, повышения, все, что вы захотите. Все будет шикарно. Так. Теперь у нас кольцо и коса. Значит, по косе у вас может быть урожай, ну, вы это уже знаете, потому что и медведь, и кольцо говорит о приходе больших внушительных сумм в ваш кошелек. А, понятное дело, мы сейчас говорим о людях, которые работают. То есть, если вам, типа, 20 лет вы ни хрена не делаете, то да, как бы, ну, хотя мало ли, удача может и так прийти к вам, кто его знает, но все равно, как бы, работайте, тогда все будет. Значит, во-первых, коса говорит об урожае. У вас этот урожай может быть, как мы уже обсуждали, через повышение, через приход больших сумм денег, вы их заработаете, вы их откуда-то получите. А, может быть, это не обязательно, что с вашей работы, может, у вас есть какой-то личный проект, какая-то подработка, может, вы развивали что-то, знаете, у вас может начаться какой-то пассивный доход, или, может быть, инвестиции вы делали в апреле месяце, так и стрельнет наконец-то. Так, вот тут вот будет момент, в котором нужно проявить осторожность в апреле месяце, потому что коса отрезает, может резко оборвать либо связи с любимым человеком, либо оборвать вам, отрезать вам, знаете, какой-то доход. То есть, если у вас с одного места придет, с другого может все закончиться. Впрочем, коса говорит об урожае, и пока что у вас по деньгам очень хороший расклад, так что, скорее всего, может быть, дело не... А, или, может быть, если у вас, если вы женщина, и вам давали деньги, там, например, ну, зарплату с работы и родители, то родители перестанут давать. Или вам давали деньги, ну, вы зарабатывали на работе, и вам мужчина деньги давал, то мужчина может перестать давать в апреле месяце. Так, еще может быть, знаете, какой-то разрыв отношений с любимым человеком, может быть. А, или вот знаете, если у вас, например, в апреле будут какие-то праздники, и вы там что-то собирали, или друзей, или у вас какая-то коллекция, то вам могут, и вы, ну, вам пообещали, что вам что-то подарят, то может так случиться, что не подарят, либо наоборот забалят. Вот тут оно как идет. В принципе, коса отрезает, да, и мы можем посчитать, что вам что-то обещали подарить и не подарят. Либо наоборот, коса говорит о собрании и о коллекции. И а букет говорит о подарках. Поэтому, видимо, некоторые скорпионы не получат обещанного, а другие скорпионы получат с избытком. Даже больше, чем рассчитывали. Поэтому, да, видимо, все-таки важно смотреть, что у вас выпало по асценденту, по вашей луне, чтобы вы примерно могли прикинуть, из каких вы скорпионов. А если у вас в апреле планировалась свадьба, то есть вероятность, что вы расстроитесь по этому моменту. А если вы скорпион, и вы собираетесь сделать предложение девушке о свадьбе, то по косе вам могут отказать. Как бы тоже такой момент. Так что, наверное, лучше это не в апреле делать. Так. Букет и змея. Ну, букет это еще говорит о человеке, который падок, знаете, коррумпированный человек. А змея говорит о
манипуляциях, о разговорах за спиной, кто-то вас там будет пытаться как-то соблазнить чем-то. Поэтому, если поддадитесь на коррупцию, то неудивительно, что коса вам дохода отрежет. Так, может, еще вот букет символизирует вашу любовь, да, человека, которого вы любите, ну, в смысле, мужчину или женщину вашу, да, а змея говорит о ревности. Ревности, манипуляции, какие-то у вас там потери будут, отвлечения, какие-то сложности будут в личных отношениях, с кем-то вы будете соперничать. Как, знаете, как будто у вас какие-то отношения, как сладкий яд, будут в апреле. Да как-то даже непонятно. По работе так все хорошо, а в личном плане у скорпионов что-то в апреле не заладится. А, вот еще знаете, что... Может так быть, что букет, например, говорит о счастье, о радости, о веселье, и вы будете зависать по змее в ваших каких-то мечтах, будете летать в облаках. То есть, я так понимаю, скорпионы, у которых нету пары, они в апреле месяце проведут месяц в своих фантазиях. Будут что-то там визуализировать, о чем-то мечтать. У них будет такое, знаете, настроение такое мягкое, такое легкое, на подъеме все у вас пройдет. Вот. Так, и у нас птицы. Ну, вот смотрите, в таком варианте у вас реально по работе вы сможете получить все, что вы желаете в плане денег, в плане работы, именно вот через разговоры снова. Птицы вам говорят, что через разговоры вы можете добиться любых возможностей, вам откроются любые возможности, все у вас получится. Потом вот тут у вас может что-то отрезаться, обрубиться именно из-за того, что кто-то будет говорить гадости за вашей спиной, там распространять какие-то слухи, сплетни. Будьте осторожны в этом плане. А в плане любви, удовольствий, подарков и так далее, обратите внимание, что вы говорите и кому в апреле месяце, чтобы ничего этого не разрушить. И вот тут вот опять-таки обратите внимание на свое окружение, потому что есть кто-то, кто вам завидует, ревнует, кто-то, кто с вами соперничает. И этот человек вам по птицам производит стресс, депрессию, гадкое настроение, знаете, вот портит вам жизнь. Вот постарайтесь от этих людей из своей жизни, ну, как-то выкинуть, избавиться. И на дне колоды у вас собака. Значит, смотрите, собака это может быть либо хороший друг, который вам, видимо, будет помогать разруливать ваши проблемы в личных делах в апреле месяце. Либо это подчиненный, который вам будет помогать в рабочих делах, да. Либо это может быть, вы наймете кого-то, кто будет помогать вам по дому. Еще это может быть психолог, кстати, хороший, чтобы избавиться от змеи. Кстати, стоп. Тут еще такое дело, что змея может означать медицину, забыла сказать. А у вас и по медведю вам нужно проверить вашу пищеварительную систему. Так что все-таки сходите, на всякий случай создайте какие-то анализы. А собака еще может быть психолог. Это вам, если у вас будут действительно стрессы в апреле, то лучше сходить. А еще по кольцу. Кольцо говорит, знаете, об таких отношениях, в которых все время что-то повторяется. И собака говорит о созависимости, о человеке, который либо вы от него зависите, либо он от вас зависит. И тут у вас коса как раз режет ваши отношения. Так что, может быть, вы в апреле месяце наконец-то выйдете из созависимых отношений, или, вот знаете, когда из вас тянут все соки, всю жизнь из вас высасывают, вы из этого сможете выйти. Так, давайте теперь посмотрим, какого совета стоит придерживаться скорпионам
в течение апреля месяца. Дом. Дом – это как ваш физический дом, где вы находитесь, так и, знаете, посидеть побольше дома, позаботиться о себе, устроить дома уют, комфорт, устроить себе комфортные отношения с другими людьми, с самим собой. Знаете, и еще смотрите по дому, вам как раз и по медведю это говорится. Будьте внимательны к тому, что вы едите и что вы пьете. То есть, действительно, змея – это медицина, и медведь вам говорит о пищеварительном тракте, и дом вам говорит осторожно с едой и тем, что вы пьете. Поэтому, действительно, либо последите, чтобы у вас отравления не было, либо сходите, проконсультируйтесь у хорошего врача. Проверьте вашу пищеварительную систему. Ну вот, все. Удачи вам в апреле, скорпионы.